можно сделать доброе вместе? Как вы думаете? Вместе – это в этом месте. И что доброе можно в этом месте нам вместе сделать? Зашли на эту усадьбу теплым майским днем, 14 мая, через маленькую калиточку, которая вела на окраину города. А спустившись вглубь двора, увидели большие хозяйственные постройки. Они сохранились до наших дней. Внизу располагались конюшни, а сверху сеновал. Сам хозяин усадьбы Челаев жил по соседству, в доме под деревянной крышей. Лермонтов и Столыпин в этом домике рассчитывали прожить 4 месяца, уехать только в начале сентября, а прожили лишь 2. С 14 мая по 15 июня. Стою на вершине и вижу вдали, как буйный Кавказ затихает. Угасший закат, уж зажглись фонари, луна свою жизнь начинает. Поэтому, если есть Арина Родионовна, есть источник света, будет Пушкин. Не будет Арина Родионовна, не будет Пушкина. А дуэль? Так Пушкин и Ганнибал стрелялись. 3 поколения. Один род с другим стрелял. И ведь Пушкин обидел Дантеса. Незаслуженно обидел. Оскорбил его. Потому что записку, которую написал молодой повеса Долгорукий, Пушкин приписал Дантесу и среагировал на него, как на автора этой записки, что является оскорблением. Если вы почитаете последнее, что писал Пушкин, вы бы его сами застрелили. Да. Да, потому что не надо давать человеку мучиться в полном сумасшествии. Если вы не можете сделать, чтобы он стал трезвомыслящим, а не душевно больным, который исказит весь светлый образ великого поэта. Но поэтому, потому что записывает информацию, которую ему дух диктует. Видите, в чем разница? И получается, что авишированность приводит к неправильному понятию автора. Тот, который не отошел, вот он автор. Он более гармонично воспринимает и отображает мир в описаниях.
потому что ему не мешает ограниченность кожаных одежд. Он дух. Поэтому все, кто проявляют превосходство вот, в описательности, восприятии, они обязательно носители духа. Не своего, а того, кто живет в ней, как в доме. Кожаных одежд. Называется коммунальная комната. И это надо понимать. Начинали первую экспедицию по Европе, большой круг, в попытке создать единое духовное пространство Европы, потом Азии и вместе Европа-Азии. Первый отель, в котором мы ночевали в Польше, назывался «Под Орлом». Когда мы сделали большой круг по Европе и потом малый круг, то место, где были захоронены мощи двух монахов,
которые нашли подарок, посланный Богом, свалившийся с неба, и спрятали его. А НКВД их искало несколько лет, нашло и запытало, но они не сказали. Это черный ящик звездолета, в котором указаны все места, про которые знали живущих во Вселенной андроидного типа, то есть нам подобных, человекоподобных, где во Вселенной кто живет, жил и до чего развился или деградировал. И там этот маленький такой монастырь горный, он был закрыт, потому что умер настоятель и должен был, нового должны были назначить. Когда наша экспедиция туда к воротам подошла и рассказывали про вот эти единое духовное пространство, а это связано с духами, и когда рассказ был закончен, сказали, а теперь поднимите головы, и в небе было три орла над нами прямо, парило. И в этот момент подъехал настоятель, открыл, и мы там пошли и все сделали, чтобы отпустить дух этих двух монахов, который слился в одно целое. И горный дух, огромный орел такой, унес сидящих на нем вот этих двух святых и выдержавших муки сильных духом людей горным вершинам и дальше, туда, куда они должны были уже по своей предначертанности дойти. Поэтому, если вы хотите, чтобы вы стали сильным духом, надо вот тут вот, вот так на голову положить, погладить орла, потому что вот тут змея, видите, внизу. Змея – символ хладнокровия, холодная кровь и гармоничное движение по поверхности. А орел – это полет и точность. То есть он, летая высоко, он видит самую маленькую мышь. То есть это способность увидеть цель с большого расстояния как. И если ты хочешь, чтобы у тебя появилось качество цельности твоей жизни, движения твоего, надо уметь эту цель видеть далеко-далеко впереди. Неважно, будет это в будущем или в прошлом. Вот. Поэтому вчера был праздник еврейской Пасхи, который совпал с днем богини Солнца, а это бывает раз, последний раз так было 2300 лет назад. То есть это уникальное совершенно событие. Ну и не случайно, а сама вот такая Пасха бывает раз в 28 лет. И раз в 28 лет бывает совпадение знаков зодиака, под которыми рождается. Это совпадение знаков Скорпиона. Тот, кто не обижается на других, он жалит себе в голову и освобождает мозг от незавершенной оболочки и точно знает причины, что он виноват в том, что другой неправильно себя ведет. Это Скорпион, Кабан, неудержимая сила в движении, Змееносец, который может носить змею на груди, и это не является опасным, поскольку не пугает друг друга способность к мирному существованию. И белый орел – это точность цели. Вот раз в 28 лет бывает такой день. Этот день был 20 ноября 1947 года, в который я родился. Так, погладить вот так. И погладить змею. Потому что змея – это тот змей, который выродился и стал маленьким. А орел – это тот, который сохранил в себе качество дракона. И поэтому только орлица проверяет любовь орла, поднимаясь высоко в небо и держа мужчину орла в крыльях, а потом пикирует. Если тот забоится, задергается, она его пускает и вали отсюда. А если не задергается, уже намертво испугался, ну тогда надо приземляется,
Он так падает на спину, и она все делает сама. Дальше появляется орлят. Откуда взялась краска? Фиолетовая. Вот эта краска, которая крашен цветочек. Вон там цветочек, видите, белый, да? Что, в земле вот здесь вот закапаны баночки с синей краской, а там с белой краской? Да, нет, конечно. Откуда тогда берется раскраска? Думайте. Так, Господу Богу, вот, наверное. Это не объяснение. Ну, да, пусть вот, которые... Скажите, Борис Кирич задавал такой вопрос. Ну, ответили. В этом месте может вырасти цветочек, мак, например, красного цвета? Или там желтого цвета? А откуда все краски здесь? Там что, бетон, что ли, с разными красками? Откуда берется вот этот цвет, который появляется? И вы его видите. Семена, наверное, приходят, а уже имеют там свою память. Скажите, если у вас вот такой маленький, да, баночка, а такой большой пальто, вы из этой баночки его покрасить можете? Ну, не фокусник, конечно, не покрашу. Значит, ваше объяснение неверно. А снег идет. Thank you.
одухотворение здесь появилось, и люди начали чувствовать боль природы, когда они кидают пластиковую бутылку. Это как тебе в лицо плюнули. Но они этого не чувствуют. И не понимают, что они делают. Если бы они чувствовали понимание, они бы это не делали. Почему? Они слабодушные. У них дух слабый. Чтобы дух стал сильный, чистый, плотный, ну надо вот посмотреть таким вот излучающим взглядом, как солнышко, человеченное. И тогда энергия живого света даст новую атмосферу дружелюбия, да? Взаимопомощи, взаимоподдержки. И тогда, когда надо кому-то, ну, помощь приходит, надо потом другому помощь приходит. То есть живое, оно всегда поддерживает друг друга. Травинка, которая растет вот здесь, если ей необходимы какие-то минеральные, что ей не хватает, вон то деревце маленькое передает это с помощью там целого сложного механизма, бактерий, там фосфорных комочков и так далее, туда и до нее. И она не просит об этом. Вот живое поддерживает другого живого, ну как данность, как само собой разумеющееся. Это и есть наличие разума, который здесь, и здесь, и здесь. Это единый разум, вселенский называется. Понимание, что если станет меньше живого, то значит жизнь уменьшается. Значит, у тебя нет варианта сочетания с качествами этого объекта, который был. Значит, у тебя нет будущего. Ты переберешь все варианты, и дальше только повторение. Новое уже в твоей жизни появится. Значит, тебе станет скучно. Значит, погибнуть можно, то есть только от скуки. Очень тем. Это называется принцип суицидности или самоубийственности. Когда человек пытается уйти в другой мир, не подготовившись к переходу и к жизни в другом мире. Он умирает, а не уходит. Для того, чтобы нам не умереть от холода, нам надо уйти оттуда, где холодно. Да? Или сделать, чтобы было тепло. Ну, сделайте, чтобы всем было тепло. Скажи, вот чем это место отличается от других? Наверное, есть некий приемник. Ты знаешь, поэты приходят в то место, куда на встречу с ними приходит муза. Понимаешь? Потому что когда человек творит, то значит обязательно у него есть творческое горение. Значит, он излучает. Это излучение попадает в камень, и в камне его дух сохраняется. Место становится святым, подсвеченным. И когда другой туда приходит, он попадает в одухотворенное место. И у него вдохновение, новый вдох, потому что воздух наполнен духом, с опытом чего? Рифмованного акустического сигнала. Когда есть и содержание, но есть и форма в нее облекающая. Ну, значит, есть радиоактивный фон, наиболее оптимальный по своей светимости для живой формы. Потому что если в индийской деревне два гуру со своими приспешниками начали на деревенской площади друг на друга гавкать, кто там из них развит, то догавкались они до того, что оба превратились в камень. Эти камни сейчас в индийской деревне есть. То есть трансформация в камень, перекачка углерода в кальций, это всего к букве С надо буковку А. И все. А буковка А – это антимир, да? Перевернутый пык. Возбуждение дает возможность вас будить. И здесь не спит душа. Она пробуждается. А за счет чего она пробуждается? За счет того, что как в приборе Кирлиана свет становится видимым за счет подсветки
Так вот, сложение этих светов, света, который был и остался, и света, который ты принес, вот эти два света теперь, это перекресток светов. Значит, заходя в этот грот, ты заходишь на тот свет и уходишь оттуда совершенно спокойно, без всяких перевозчиков, потому что река лето. Вот он. Течет, и поперек нее построена академическая. А что за река лето? Ну вот, зима. Вчера было лето, да? Да. Сегодня зима. Значит, последовательность времен года, да? Времен света стала другая. Значит, мы идем не по свету, а по антисвету, правильно? Но у нас же было последовательно, да? Что? Зима. А лето? Осень. Потом лето, потом весна, потом зима. Да? Правильно? Так это же обратная последовательность времен. Ну, значит, надо понимать, что есть времена года, да? А есть? Четыре стороны света. Ну, так определи, где тут? Какая сторона? Тогда ты поймешь, что из этого грота, да, как в каменной могиле, да, твоя тень идет из глубины, когда появляется луна и когда заходит солнце. Значит, чтобы твоя тень, то есть ты двухмерный, приобрел опыт хождения на тот свет и возвращения, чтобы ты не боялся смерти, чтобы ты шел в трансформацию, а не отпихивался любой ценой, надо когда выбрать то место, где точку, куда заходит солнце. Из этой точки восходит луна потом, где цвета меняются. Это прямой источник света, луна отраженный свет, поляризованный. Тот же самый, но поляризованный, это же Бог Отец. Понятно? Значит, вот если ты видела кот около домика Лермонтова, видела? Что он на люке, да? Вот если открыть люк, это под землю, царство Аида, правильно? Вот когда солнце заходит, если ты станешь около люка, да, твоя тень будет падать не на землю, вот не на асфальт, а в люк. А потом солнце погаснет. И все. Ты двухмерный ушел под землю. Потом ты переходишь в грот, в скалу, да? И выходит луна, правильно? И из глубины грота появляется твоя тень. Оттуда она выходит, она прошла под землей. И тогда из грота ты увидишь в свете луны, а луна это 39-е царство, царство теней, да? Ты увидишь вот такую вот, как бы очень ранимую картинку, и ты поймешь, насколько мир легко уничтожаем. Насколько надо беречь его, насколько надо в нем не гадить, насколько надо в нем не говорить всякую ерунду, не думать всякую ерунду, не делать всякую ерунду, не тратить на хаосы то, что создано для созидания. Надо созидать, а для этого надо уметь ориентироваться.
бывает в пяти состояниях. Это распятие воды называется. Пять состояний воды – это твердое, жидкое, газообразное и два вида конденсатов. Между твердой и жидкой – конденсат Бозе-Эйнштейна, и между жидкой и газообразной – конденсат, который сравнить недавно открыли ученые. Там Бозе-Эйнштейна, тут просто Бозе назовем. Вот пять состояний воды, распятие воды. Но сейчас, как вы видите, в одном месте распятие пять. Есть твердый снег, есть вода, есть газ. И есть два вида конденсатов. Конденсат туман небесный и туман от воды. Пять состояний. Называется распятие Святого Духа. Это как бы здесь не четыре времени года, а пять. Значит, здесь появился некий пятый элемент, который дает возможность подниматься на небеса беспрепятственно и без потерь. С чем я вас и поздравляю. Внутри покрова, внутри богородичного слоя, внутри слоя, который рождает Бога, рождает свет. То есть вы фактически сейчас являетесь огненными девами. Огненный дев или огненная дева, водяной дев, водяная дева – это тот крест, из которого образуется солнышко, от которого идет свет. В общем, если взять первоначальное состояние первородной чистоты воду и первородной красоты воду, то как раз вы сейчас находитесь прямо в ней и ее в себя вдыхаете, ее в себя впускаете и становитесь объектами распятого Святого Духа или первородной чистоты и красоты воды. То есть вас первородность, вы сейчас являетесь синтезом Адама, Евы, Бога, змея и яблока, которое я только что доел. Это тоже не случайно, как вы сами понимаете. Поэтому можно сказать, что сейчас момент примирения мужского и женского начала в первозданности. Они одновременно начались, а не мужик раньше, а женщина потом. Потому что тогда получается, что мужчина без женщины жил, то есть он может жить. А женщина без мужчины никогда не жила. То есть она без него не может. А сейчас у них есть равноправие, но нет равнодушия. Потому что у них душа сидит на разном конденсате. Ну а сейчас получилось не он, не она, а оно. И это пройдет. И мы это уже прошли. Мы прошли через это. Через оно, H-O-H-O, через сверхлегкую воду, так называемую, или вдохнули золотой воды, вода, которая состоит из золотого кислорода, из золотого водорода. Это вода, которая образуется только в верхних слоях атмосферы при интенсивной бомбардировке Солнца, до низу никогда не доходит, если ее ангелы не донесут. Ангелы не донесли, а мы сами забрались туда, где она теперь нами образована. То есть мы теперь получили ангельское образование. И мы теперь все ангелы с высшим образованием. Видите, вот говорили о духотворении, да? Вот дух накрыл город. Понятно? Дух – это вот и есть конденсат. Это есть вот эти капельки плазмы на основе воды, потому что водяная форма жизни. Но каждая из этих капелек, в ней золотая плазма еще есть. Ну, подробнее об этом мы узнаем тогда, когда ровно к началу занятий дойдем там, где из искры может возгориться пламя творческого горения.